Одно из самых громких за последние годы. Так, в Братске окрестили это преступление сотрудники правоохранительных органов. В начале октября неподалеку от городских бань был найден труп 40-летней женщины. Как выяснила экспертиза, погибшая была изнасилована и убита с особой жестокостью. Убийцы поглумились над телом, отрезав ей некоторые интимные части тела. К чести правоохранителей, заметим, преступников отыскали довольно быстро. Спустя полтора месяца после зверской расправы двое молодых братчан уже давали признательные показания. Поражает их возраст. Одному 21 год, другому 22. Как выяснило следствие, оба до убийства уже имели судимости за грабежи и разбои. В основном вырывали сумки у женщин в тихих переулках и скрывались. К особому цинизму в данном случае их могло подтолкнуть алкогольное или наркотическое опьянение. Для правоохранителей убийство у бани обернулось и другой головной болью. Практически сразу после того, как изувеченное тело обнаружили, по городу поползли слухи, что в городе орудует маньяк. Причем на его счету уже около десятка жертв. Социальные сети поспособствовали моментальному распространению слухов, и в середине октября местный сегмент интернета был буквально завален сообщениями о насильнике. В дело пришлось вмешаться Следственному комитету и публично заявить, серийных преступлений в отношении женщин в Братске не было с 2004 года. С особым цинизмом в нынешнем году совершались преступления и против детей, причем особой жестокостью подчас отличались родители малолетних жертв. Так, в августе 39-летняя жительница улицы Ленина задушила собственную 3-месячную дочь. В отношении родительницы возбудили дело по 105-й статье – убийство. Не обошла Братск стороной и волна педофилии, которая, как отмечают многие, буквально захлестнула некоторые регионы страны. В нашем городе за год поймались десяток педофилов. Вот только некоторые случаи. Весной в Подунском округе задержали отчима 12-летней девочки, которая рассказала следователям о нескольких случаях его преступных действий сексуального характера. Осенью в том же округе задержали еще одного педофила, который напал на 7-летнюю школьницу в то время, когда она шла на учебу. Однако наиболее широкую огласку получил случай с Андреем Девятовым. На момент его ареста оперативниками в его гараже находились 3 подростка. По данным следствия, педофил платил каждому ребенку, все они из неблагополучных семей, небольшое вознаграждение за особые интим-услуги. Снимал все на камеру и выкладывал в интернет. Летом нынешнего года он сам стал звездой глобальной сети, но уже благодаря видео, снятому правоохранителями. Между тем, несмотря на все это, общее количество преступлений в Братске в этом году оказалось ниже, чем в предыдущем. Обращений в полицию уменьшилось почти на четверть. Об этом на одном из отчетов рассказал начальник братской полиции Юрий Мирошник. Весной нынешнего года жители окрестных сел Братска в буквальном смысле сидели на чемоданах. Виной тому лесные пожары, которые вплотную подходили к населенным пунктам, а в некоторых случаях даже угрожали жизни людей. Так, в Бурнинске в мае сгорели сразу 2 двухквартирных дома. Крова лишились 4 семьи. По данному факту возбудили уголовное дело и обвинили главу Кобляковского поселения, куда входит и Бурнинск, в халатности. В том же месяце, но уже без участия природных стихий, практически дотла за считанные минуты сгорело 2-этажное общежитие в Подуне. К счастью, обошлось без жертв, но крыши над головой лишились 10 семей. Их расселили по другим деревянным домам в Подуне, состояние которых, мягко говоря, оказалось далеким от идеала. Конец лета и осень ознаменовалась охотой на медведей. Косолапых замечали прямо в городской черте. Одного из них убили в центре Братска, недалеко от стадиона «Металлург». Всего отстрелили 2 десятка хищников. Разведку окрестных лесов проводили с воздуха. Как заявляли специалисты, в город медведей выгнала бескормица, царившая в лесах. Эксперты делали прогнозы и относительно зимы. Дескать, не все медведи смогут впасть в спячку, следовательно, стоит ждать и зимнего нашествия косолапых. Но пока никаких сообщений о медведях-шатунах не поступало.